Дорогой небесный Папа, мы становимся в пролом, мы ходатайствуем сейчас за это поколение. Отец, как мы жаждем Тебя, как мы жаждем именно Тебя. И мы точно ничего без Тебя не хотим делать, потому что всю нашу жизнь от нашего рождения духовного, рождения Центра Трансформации, мы были движимы Духом Бога, и мы нашу стратегию не меняем. Отец, мы просим Тебя за это молодое поколение, которое сейчас увлечено чем угодно. Бог, мы знаем, что Церковь со своими играми религиозными, забавами не может удержать, не то что удержать, ничего дать. Мы просим, Дух Святой, коснись это поколение, потому что не нашими силами, не нашим оружием, не нашими конницами, колесницами, не нашими именами и репутацией, только Твоим Духом. И мы призываем Дух Иисуса Христа. Мы призываем Дух Бога. Господь, мы молимся, подними ревность, подними боль. Дай нам ощутить Твою мечту, дай нам увидеть. Подними тем, кому не безразлично. Мы идем на это время после молитвы, Бог. Коснись, коснись, Дух Бога. Коснись, Дух Бога, коснись это поколение, дай свои стратегии, видения, мечты, свой огонь. Отец, я прошу Тебя войти в жизнь молодого поколения. Мы становимся в этот пролом, и мы говорим: Бог, увлеки, привлеки, зажги. Ходатайствуй, стой в проломе. Просто говори Богу то, что Он сказал тебе. Провозглашай это вслух. Пусть эти слова материализируются. Пусть эти слова из духа становятся плотью. Бог, мы пророчествуем движение. Движение молодых людей. Мы пророчествуем движение, которая захватит города, которая захватит города, которая захватит города. О! Мы благодарим Тебя. Мы ходатайствуем. За наши города,
Твоим. О, надели нас силой своей. Мы становимся в пролом за молодежь, которая принадлежит Тебе. Мы говорим: дьявол, ты расплатишься за нелегальное вторжение. Ты расплатишься за свои кражи. Ты вернешь в 1000 крат. О-о-о! Движение Бога среди молодых людей. Движение Бога. О-о-о! Слава Твоя. Не жди ни развлечений, не жди, ходатайствуй, материализируй слова, которые Бог вкладывает в твой дух, пророчествуй, и это произойдет. Это поколение молодых душ переживет встречу с живым Богом. Движение неба, движение Бога захватит нас. Двигайся, Дух Святой. Зажигай молодые сердца. Возьми это место под свое управление, Бог. Мы жаждем видеть движение Бога. Мы благодарим Тебя за этот урожай, который мы видим. Но мы хотим увидеть его здесь, в молодых душах. Бога, двигайся! Дух Бога, двигайся! Зажигай! Зажигай! Поднимай волну лидеров, служителей, слуг Бога, которые отдадут свои сердца не для этой пустой жизни, а для спасения душ, для захвата городов, для царства Бога. Двигайся, Бог! Двигайся, Бог! Двигайся, Бог! Двигайся, Бог! О, река барабашина, река боросура баласея. О, река барабашина, река боросура баласея, река боросея. Духом Твоим, Господь. Духом Твоим, Господь. Духом Твоим, Господь. Двигайся, Бог. Двигайся, Бог. Двигайся, Бог. Двигайся, Дух Святой. О, мы ходатайствуем за молодое поколение. О, эта встреча придет. Поднимется армия, которая будет гореть Богом. Тьма не может преодолеть свет.
тьма не может преодолеть свет. Свети, Господь, поднимай свой свет. Поднимай свой свет. Поднимай. О, река бараба, река борус, сура барачаре, река борус, эй. О, семья, ходатайствуй. Ходатайствуй. О, рака бараба, река борус, сура барараще. Керабалабаба, река борус, сура бананачаре, река борусе. О, только ты, Иисус, только ты, Господь, способен на это. Только ты, Господь, можешь дыхнуть своим дыханием жизни. Только твой свет может осиять эту тьму. Только ты, мы жаждем быть захвачены тобой. О, как мы жаждем, мы захвачены тобой. Мы так хотим видеть тебя. Коснись это молодое поколение. Коснись. Коснись, Господь. Двигайся, Бог, только духом твоим, только духом твоим, только силой твоей. Двигайся, Бог. Зажигай сердца, зажигай дома, зажигай церкви, поднимай поколение горящих, поднимай поколение, которое не умолкнет, не замолчит, пока не увидит реальность неба на земле. Зажигай, Бог! Зажигай, Бог! Зажигай! Зажигай, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Коснись Америку, коснись эту землю! Бог, я верю! Что придет твой свет, и мы увидим огромный урожай душ на этой земле. Огромный урожай душ на этой земле. Мы молимся, также молимся и присоединяемся ко всем пророчествам. Мощнейшее пробуждение России. Мы молимся за пробуждение России, Бог. Мы присоединяемся к пророчеству Боб Джонса за Красную Армию, омытую кровью Христа. Мы говорим, пусть взорвется Россия славой Бога. Пусть взорвется эта земля. О, и пусть оттуда слава Божья течет по всей земле.
коснись Россию, коснись Россию. О-о-о! Бог, мы молимся сейчас за Украину, за землю, которая разорвана войной, разделением, распрями, ссорами. Мы молимся за Украину. Пусть придет пробуждение на Украину, Бог! Подними там настоящие церкви. Мы благословляем те церкви, которые там находятся. Но мы говорим, поднимется новая порода. Поднимется новая ДНК. Поднимутся люди, которые не будут в компромиссах. Мы благословляем Украину. Мы благословляем Украину. Мы благословляем Белоруссию, Бог. Зажги эту землю. Подними там церкви реформации. Мы благословляем Белоруссию. Подними там реформацию, революцию, твою славу. Бог, мы молимся за Белоруссию. Зажигай! Зажигай! Молодежь! Зажигай! Мы молимся, Господь, за Молдову. Мы говорим, в Молдове поднимутся церкви. Молдавия для Бога. Молдавия для Иисуса. Поднимутся настоящие церкви, настоящие лидеры, уплотят цену. Там будет гореть огонь. Религия не победит Молдавию. Иисус, царь Молдовы во имя Иисуса. Иисус, царь. Мы молимся за Европу. Мы молимся за Евросоюз, за все страны, которые входят в состав Евросоюза. Мы говорим мощное пробуждение славы. Новая церковь, новые пасторы, новая ДНК. Мы говорим движение Бога захватывает все страны, входящие в Евросоюз. Огонь! Молодое поколение, новая ДНК, новая порода встает. Оу! Церкви реформации, церкви трансформации. Свежий огонь, свежий ветер. Оу! Поднимаются лидеры с бескомпромиссными сердцами. Поднимаются отцы духовные. Духовные матери, которые будут вкладывать, которые будут сеять. Зажигай! О-о-о! Зажигай, Господь! Зажигай! Мы молимся за Америку, Бог! Пробуди эту страну от спячки. Пробуди Америку от жирного, богатого, беспечного состояния. Бог, разбуди ревностью этого народа. И я верю, как этот народ вкладывал в другие страны. Я верю, ты благословишь Америку. Ты благословишь Америку. Мы молимся за благословение Америки, за пробуждение Америки. О, как мы жаждем этой свежей волны! Бог, как мы изголодались по твоей свежей славе! О, как мы жаждем!
свежего духовного воздуха, твоей атмосферы. Коснись эту землю. Подними движение молодежи. Подними это новое свежее движение, которое не будет просто двигаться на эмоциях, которые уходят. Мы говорим, заряди их своим духом. Заряди молодых людей своим огнем, чтобы это не остановилось никогда, чтобы это набрало ход. И тысячи были приобретены для Царства Бога. Подними движение, которое коснется всех стран. Подними евангелистов, которые поедут по всему миру, которые будут устраивать крусейды. Подними апостолов, которые будут осаждать новые церкви славы. О, как мы жаждем реформации! Реформации! Долой мертвую религию! Мы жаждем реформацию! Мы жаждем ДНК неба на этой земле! ДНК неба на этой земле! ДНК неба на этой земле! ДНК неба. Awaken, 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 awaken.
жатва в это поколение, жатва в этом поколении и будущем, которое не остановится. Жатва душ, жатва душ, все насчет душ. Жатва душ. Ты отдал своего сына, ты отдал своего сына, ты отдал своего сына, чтобы каждый имел жизнь, чтоб люди приходили к тебе, встречались с тобой. О, Господь! О, мы верим, что в последнее время жатва душ будет огромная жатва душ молодого поколения, которое дьявол пытается украсть, погубить. Во имя Иисуса Христа. О, мы говорим, жатва, 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 Бог, жатва. Мы не отдадим это поколение, мы не отдадим это поколение, мы не отдадим это поколение, мы стоим в пролом, мы стоим в пролом. О, мы не отдадим. Жатва душ. Мы не отдадим. Господь. Мы говорим жатва, мы говорим жизнь, мы говорим Твой огонь. Воскреси это поколение. Господь Иисус. О, воскрешай, воскрешай сердца. Мы говорим, о, мы
Jesus, you appointed us to decree your word. For you establish your word in heaven and earth, and you never go back on your word, Jesus. And we will decree your supremacy and your authority over this earth. Psalm 2. Why do the nations assemble with commotion? And why do the people imagine an empty scheme? The kings of the earth take their places. The rulers take counsel against the Lord and His anointed one. They say, let us break their bands of restraint asunder and cast their cords of control from us. And he who sits in heaven laughs. The Lord has them in derision. He mocks them. He speaks to them in his deep anger and troubles them in his displeasure and fury, saying, yet have I anointed and placed my king firmly on my holy hill of Zion. I will declare the decree of the Lord. He said to me, you are my son. This day I declare I have begotten you. Ask of me, and I will give you the nations as your inheritance, and the uttermost parts of the earth as your possession. You shall break them with a rod of iron, and you shall dash them in pieces like a potter's ware. Now therefore, O you kings, act wisely. Be instructed and warned, O you rulers of the earth. Serve the Lord with a reverent awe and worshipful fear. Rejoice and be in high spirits with trembling, lest you displease him. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way. For soon shall his wrath be kindled. Kiss the Son, for soon shall his wrath be kindled. Jesus, the nations are yours. We make a declaration that you're the king of this earth. You're the supreme authority. You're the ruler of all nations. Jesus, you are the ruler of all realms. And right now we decree forth, your purposes are coming to earth. Your purposes are coming to earth. And everything in the spirit realm and everything in the natural realm is becoming aligned to your word. It's becoming aligned to your purposes. Because you've established your word, and you will never go back on your word, Jesus. You are king over the nations. The nations are yours. And tonight, we make an intercession together by the spirit of intercession. Together with you, Jesus, release the messengers. Release the laborers into the field, for the harvest is ripe, and the fields are white with harvest. Release the laborers into the field, for the nations are yours. The people are yours. The enemy makes a plan, but he will not succeed. His weapon of warfare will be destroyed, because you have spoken. You have established it, and we know the end of the story. So we prophesy your will over this earth. We prophesy your plan over this earth. We prophesy your plan over every nation. Let everything in the spirit realm and in the natural realm come in alignment with your word. Come in alignment with your truth. Come in alignment with your timing. That everything comes in alignment with your word, Jesus. Jesus, you're moving in the nations. Jesus, you're already moving in the nations. And you've sown many seeds. And you've sown many seeds already. And the harvest is coming up. And Lord, we know your desire. Your desires to raise up the reapers. One sowed and another will reap. One sowed the seed and another will reap. Because you have declared it.
You've declared it. You've said one sown and the other one will reap. And you said we'll go in and reap what we have not sown, because the sower and the reaper will rejoice together. You said the sower and the reaper will rejoice together, because you've established it, and it's in your word. And today we stand on your word, and we know you never go back. We know you never go back, Jesus. We decree your purposes coming into the earth. We know that there are angels commissioned, the reaping angels, the messengers, the harvesting angels. We connect to what you're doing already. We connect to the labor in the field. We connect with your word, Jesus. And together with angels, we labor with you. Jesus, you hold the title deed of the earth in your hand. You hold the title deed of the earth in your hand. The earth belongs to you. The earth belongs to you. Jesus. The earth belongs to you. This is our belief and this is our confession. Jesus. The earth belongs to you, Jesus. Every nation belongs to you. Every island belongs to you. Every group of people belongs to you. Jesus. And we know you've been doing a great work by the Holy Spirit all over the earth. You're awakening people for this time. You're awakening the seeds of destiny inside of people. You're awakening destiny. Yes, Jesus. You're awakening passion and zeal for your purposes. And it is by the Spirit of God. You're awakening passion and zeal for the harvest. And it is the work of the Holy Spirit. Jesus, Lord Jesus, bring clarity of your plan. Release the blueprints of heaven. Release the blueprints of heaven. Jesus, release the blueprints. Release the blueprints of heaven. Because everything is already set up. Everything is already prepared. And you're awakening people. And we're asking, let your perspective come to us. Let your vision come to us. Your vision, Jesus. And your perspective of how you see things. Give us strategies of heaven. Strategies of heaven. So the earth may begin to look like heaven. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven, Jesus. Thank you.
Освободи это поколение. Привлеки это поколение. Мы не умолкаем, Иисус. Мы продолжаем просить. Продолжаем просить души для Царства. Души, урожай, жатва. Души для Царства. Души для Царства. Ты сказал, дом мой домом молитвы назовется. Мы молимся, Иисус. Мы просим, мы ходатайствуем, мы пророчествуем. Движение Бога. Мы жаждем движения Бога. Еще больше, чем мы имеем. Еще глубже, еще дальше. Еще мощнее. Этот свет еще сильнее. Жатва душ. Жатва душ. Это то, для чего рождена церковь. Не развлекать. Не удовлетворять, а спасать. Спасать и поднимать. Мы ходатайствуем, Иисус. Земля увидит движение Бога. Эта земля увидит сильнейшее пробуждение молодежи. Эта земля увидит спасение масс. Эта земля увидит. Коснись эту землю. Иисус, коснись эту землю. Коснись наши дома, наших детей. Коснись эту землю. Коснись эту землю. Коснись наши дома. Коснись наши семьи. Свежий ветер. Свежая вода. Зажигай. Зажигай, Иисус. Зажигай, Иисус. О, мы молимся о глобальном движении Твоей славы. Мы не согласимся на какой-то маленький, на маленький локальный костер. Мы не рождены тлеть, мы рождены гореть. И это то, для чего мы стоим в проломе. И берем этот пост и молитву на эту неделю. Иисус, мы не хотим тлеть. Мы рождены гореть. Мы рождены видеть урожай. Мы ходатайствуем. Мы становимся в проломе. На деле, Отец, вот мы просим излиться Твое Царство на эту землю. Да придет Твое Царство. Да будет Твоя воля на земле, на этой земле, как и на небе. Да придет Твое Царство. О, да придет Твое Царство. Да придет Твое Царство. Мы молимся о душах. О душах. Мы вырываем из ада души. Месседж послания, молитвы, пророчества, которые двигаются из центра, они имеют единственное предназначение. Эти снаряды имеют единственное предназначение — спасать, реформировать, менять, трансформировать. И мы будем делать то, для чего мы призваны, пока у нас есть дыхание. Мы будем стоять в проломе. И мы увидим,
этот огромный урожай. Мы говорим тебе, любимый, двигайся. Двигайся впереди нас. Двигайся впереди нас. Мы ничего без тебя не будем делать. Эта церковь рождена на твоей славе. Эта церковь питается твоей славой все дни жизни. И мы не собираемся ничего не делать без тебя. Отец, только ты, только твое слово, только твоя жизнь. Питай нас. Питай нас. Говори к нам. Оживляй нас. Зажигай, Отец. Зажигай, Отец. Зажигай, Дух Святой. Мы ходатайствуем. Мы ходатайствуем. Мы ходатайствуем. Мы ходатайствуем. Россия переживет великое пробуждение. Украина переживет великое пробуждение. Вся Европа, все страны, входящие в Европу, переживут огромное пробуждение. Америка переживет огромное пробуждение. Дьявол, мы не остановимся. Мы только набираем ход. Бог оттачивает нас. Мы становимся мудрее, сильнее, крепче. Мы только набираем ход. Мы только набираем ход. Бог вырисовывает стратегию. Он поднимает посвященных. О, пока мы уйдем с этой земли, Бог через нас сделает великие чудеса на этой земле. Бог через наш дух сделает великие чудеса на этой земле. Бог, я твой инструмент, употреби меня. Я твой инструмент, двигайся, говори, дыши. Я твой инструмент, я твой инструмент, я твой инструмент. Аллилуйя! Jesus. Аллилуйя! Я твой инструмент, Господь! Мы твои инструменты, Господь! Поднимается великое движение, которая захватит молодое поколение, и у дьявола не будет ответа. Огонь будет распространяться с огромной скоростью. Движение Бога, движение Бога, движение Бога. Я твой инструмент, аллилуйя. Я твой инструмент, аллилуйя. Jesus. Иисус, Сын Бога живого, двигайся здесь. Бога живого, двигайся здесь! Ангелы Бога, пусть наполнят это место! Двигайся здесь! Зажигай, 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 зажигай! Зажигай нас! Зажигай нас! Hallelujah.
Jesus. Hallelujah. 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 Иисус, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы входим в смирение, в пост и молитву. И мы увидим Твое движение на этой земле. Всю эту неделю мы посвящаем, становясь в проломе за это поколение, за нашу нацию, за эту землю. Двигайся, любимый. Двигайся, любимый. Во имя Иисуса Христа. Воздай ему славу! Jesus! Jesus! Hallelujah! Hallelujah!